Лейв-студія на сьомому триває. Для вас працюють Євген Салтан і моя колега Світлана Пензова. Вітаємо вас. Понад 3 мільйони українців працюють за кордоном. Такі дані озвучив пан Рева, міністр соціальної політики України. Чому наші співвітчизники їдуть працювати за кордон і чи вдається їм там знайти кращої долі? Будемо розбиратися в цій годині. Сьогодні до нас завітали Тетяна Жир, начальник відділу з питань застосувань праці іноземців і осіб без громадянства Одеського обласного центру зайнятості, Ігор Бичков, координатор проєкту «Школа місцевого самоврядування», та Юлія Городецька, журналіст, дружина чоловіка, який наразі працює за кордоном. Вітаю вас, панове. Тож, озвучена цифра в 3 мільйони 200 тисяч громадян України, які працюють на постійній основі за кордоном, вона не остаточна. Міністр соцполітики додав, що трудова міграція має сезонний характер. У цьому процесі, за нашими оцінками, беруть участь до 9 мільйонів українців, додав міністр. Тож, чому такі цифри, чому українці, можна сказати, масово виїжджають за кордон на заробітки? Почне, будь ласка. Хотелось бы начать с того, что человек так устроен, что он ищет то место себе для жизни, где ему лучше, где лучше условия. И, в принципе, процессы трудовой миграции, они существуют и будут существовать. Что касается Украины, еще в 90-е годы началась активная трудовая миграция украинского населения в другие страны. Тогда это была причина заработок. Более высокие, чем на то время в нашей стране. На сегодняшний день уже люди едут не только за заработком, они ищут еще и лучшие условия для своей жизни. Они хотят более, может быть, лучшего будущего для своих детей, более качественного образования. Поэтому уже как причин выезда на сегодняшний день, причин выезда больше, чем раньше. Юлія, ваш чоловік працює наразі за кордоном, так? Чому, якщо можна, так, розповісти причину, чому обрав такий напрямок? Я б розділила вот этих людей, которые отъехали, уехали цифры. Есть люди, которые действительно выезжают по необходимости, а есть люди, которые едут, потому что они достигли в нашей маленькой прекрасной стране потолка роста, да, они хотят развиваться, они хотят, там, я не знаю, видеть мир. То есть вот нужно разделять заробитчан и заробитчан. То есть есть люди, которые едут не потому, что там больше зарплаты, хотя, да, они там больше и лучше условия жизни, а просто потому, что там рынок больше. И вот мой муж, приглашенный специалист, он очень-очень крутой айтишник, которого пригласили на хорошие условия в Штаты. Вот мы уехали. Сама сфера IT, так? Да, да. Он в Одессе был на прекрасной должности, но он вырос, все, и дальше расти было некуда. Люди, знаете, хотят развиваться. Я знаю, что айтишники в Украине отримують досить непогані гроші. Це і тисяча, і дві, навіть 5 тисяч доларів. А в Сполучених Штатах ця цифра набагато більша? А там нет предела, мне кажется. То есть вот насколько у тебя хватит кишки твои запросить. Якщо тут в Україні межа 5 тисяч доларів, певно, хоча для кого це можуть здатися космічні цифри, так, працівники IT-сфери отримують 5 тисяч доларів. Тобто в Америці можна рости далі. Да, ви розумієте, да, що там такий вибір IT-компанії, які приглашають тебе, да, якщо ти хороший спеціаліст, за тебе охотяться, тебе соблазняють на ще більше і краще умови. Поэтому... Все, ми не від бідності уїжджали. Ігоре, чи може Україна запропонувати такі кращі умови? Ви розумієте, задаваєте цей питання, в общем-то, знаєте на нього відповідь. Безусловно, що на сьогодні – ні. І я не знаю, зможе ли вона зробити це в будущем. Ну, в кінці кінців, час прийде, посмотримо, дай Бог. Я хотел бы сказать, что, к сожалению, вот тот пример, о котором сейчас говорила Юлия, то есть пример вот мужа ее, и пример, когда уезжают специалисты, которые достигли, ну, своего потолка в Украине, к сожалению, это пример, наверное, все-таки не столь уж массовый и не столь уж типичный для Украины, потому что, к сожалению, зачастую сейчас люди уезжают именно для того, чтобы получить базовые ценности, то есть базовый заработок, базовое образование – и, опять же, к сожалению, еще и базовую безопасность. Потому что на сегодня к тем негативным факторам, о которых мы говорили уже в этом эфире, добавилась еще и физическая безопасность, то есть война.
То есть факторов, которые влияют на вот такую вот миграцию из Украины, более чем достаточно. И я, например, будучи, в свою очередь, еще и предпринимателем, тоже уже с этим сталкиваюсь, потому что мы тоже имеем проблему наема качественного, ну, квалифицированного персонала. Потому что люди могут за эти деньги условно работать где-то там, за рубежом. Другое дело, что, знаете, нет пророка в своем отечестве, да, и вот еще такая поговорка там, за морем телушка-полушка, да рубь перевоз. То есть проблема в том, что работая у себя на месте, ты на самом деле получаешь гораздо больше с точки зрения, ну, не знаю, психологической какой-то вот комфорта, чем находясь за рубежом, где ты не всегда, на самом деле, расцениваешься адекватно, расцениваешься как равный член того общества, в которое ты приехал. И вот этот момент, наверное, достаточно серьезный, который нужно учитывать тем людям, которые едут на заработки в другие страны. Опять же, это не имеет отношения вот к тому примеру, который приводила Юлія. Там совсем другие условия. Ось тут звучало питання, чи можна очікувати в Україні, що будуть підвищувати зарплати. Я знаю, що після того, як українці масово почали їхати за кордон працювати, особливо після отримання безвізу, роботодавці починають піднімати зарплатню своїм працівникам, щоб ті залишалися тут. Звичайно, це на 3-4 тисячі євро, так, яка є середньою зарплатою в Європі, але все ж таки, якщо людині піднімуть зарплату там на кілька сотень доларів, або євро. Думаю, вона залишиться. Ну, подумає хоча б над тим, чи залишитися в Україні. А условия отношения к людям поменяются, кроме зарплаты? Извините, у нас же люди перерабатывают, у нас не платят овертайм. У нас в выходной ты должен работать все равно, и, в общем, ты начальник, тобто, я дурак. Тобто праці також мають величезну роль в цьому. У нас могут уволить в любой момент, потому что начальник так решил, и это невозможно оспорить в суде, потому что мы знаем, в каком состоянии наши суды. Ну, тут, кстати, все-таки эта проблема имеет место не только в Украине, но и те наши азербайджане, которые попадают за рубеж там, ну, нелегально или полулегально, они тоже находятся далеко не, ну, в самых лучших условиях и не защищены законодательством той страны, в которой они находятся. Вот этот момент, опять же, нужно учитывать. Но я бы не стал действительно обвинять в чем-то там наших соседей стран, в которые едут украинцы. Я бы говорил, что в первую очередь это проблема все-таки самой Украины. Потому что здесь нужно создавать условия, которые бы, ну, позволили людям здесь оставаться. И здесь нормально работать и нормально зарабатывать. И это вопросы, конечно, в первую очередь к нашему правительству, к тому же там Гройсману, который говорит, что вот жить стало лучше, жить стало веселее, вы меня простите, да, но слабо в это верится, в общем-то, и повышение пенсии, в частности, там, на 61 гривну, ну, лучше бы вообще этого не делали, к примеру. Это просто как пример. Вот, поэтому объем проблем очень большой, я считаю, что Украина может с ним справиться, но в ближайшем обозримом будущем я боюсь, что тенденция, то есть ситуация и тенденция будет такая же. Щодо розміру заробітної плати, вже згадуваний міністр соцполітики Андрій Реба озвучив, якою має бути зарплата, щоб припинилася трудова міграція. Ми проводили розрахунки, і для того, щоб люди так масово не виїжджали, середня зарплата повинна бути в районі 5000 євро або доларів, тобто 15 тисяч гривень приблизно. 15 тисяч гривень. Чи достатня це нормальна зарплата, щоб не продовжувався відтік розуму? Чекай, 1500 євро? Ні, 500. Пів тисячі євро? Тобто близько 15 тисяч. Тобто, на думку Гройсмана, пів тисячі євро. Андрія Реви, міністра. Андрія Реви, це нормально. Так, тоді не буде відтоку ось саме розуму з України. Чи ви погоджуєтесь? Ну, представте себе, ви молодий спеціаліст, ви закінчили університет, у вас там, ви приїхали із Балти, вам потрібно зняти в Одесі квартиру. Нужно отвечать на вопрос, Андрей. 50% цієї зарплати одразу можна витратити. Якщо ви проживаєте десь на невеличкому провінційному місті, то ці 15 тисяч може з головою вистачити. А в Одесі дійсно, ну, пів суми піде на квартиру, ще там на комуналку і так далі, залишиться 2 тисячі гривень. Що робити? Отложити гроші на те, щоб, ну, на цю квартиру, щоб її купити, ну, взагалі об цьому не приходиться навіть думати. Тетяна, а є статистика, які країни обирають наші співгромадяни?
Наши граждане ездят в различные страны мира. Ну, большей популярностью, конечно, пользуются страны Европы. И говоря вообще в процессах трудовой миграции, об этой проблеме, которая сейчас столкнулась серьезно очень наша страна, нужно сказать, что это проблема не только нашей страны. Такой же голод кадровый ощущается сейчас и в Польше в связи с теми же безвизами. И уезжают поляки работать. Але их замещают украинцы. Поляки поехали в Немеччину, вот тут украинцы благоприятные условия для наших граждан. И уже не секрет, что в прошлом году где-то около 1 000 000 рабочих виз Польша выдала нашим соотечественникам. Они всячески их привлекают. Те есть зарплатнее. Отсюда вывод. Если наше правительство как бы захочет перенять опыт соседних стран, пожалуйста, сделайте это. Придумайте, как... У нас есть прекрасные соседи Молдова. Пусть приезжают к нам. Я знайшла таку інформацію, що у польській теплиці можна заробити близько 2,5 тисяч злотих на місяць. Це 20 тисяч гривень. Тобто, і це робоча спеціальність. Є інформація, десь від 750 євро в Польщі можна заробляти. Це від. Так, від. Причому роботодавець надає і житло, надає харчування, є такі умови. Ну, не всі роботодателі предоставляють жильё і умови. Опять же таки, говоря о трудовій міграції, ми повинні не забувати о такому явленні, як торговля людьми, о тих рисках, які преследуют трудовую миграцию, и люди попадают в трудовое рабство, люди попадают в плен, и у них отбирают паспорт, у них отбирают все документы, и они работают бесплатно, в лучшем случае за какую-то похлебку, и угроза их жизни каждый день есть. Поэтому если человек намерен ехать за границу работать, нужно, конечно, все это учесть и знать элементарные правила, меры осторожности, которые нужно предпринять. Ну, знаете, приклад тому, украинские моряки, які їдуть працювати за кордон, зокрема, це у Туреччину, підписують контракти, і вони навіть чи не читаючи написані з іноземної мови, якщо людина не знає іноземну мову, то підписує, не дивлячись, тому що обіцяють шалені гроші. І після цього цей моряк опиняється на кораблі, який займається нелегальним перевезенням біженців, і все. Моряка забирають до в'язниці. Потім витащити його звідти, ну, дуже важко. Ось таких прикладів насправді дуже багато. І давайте зараз подивимося невеличкий ролик Міністерства соціальної політики України з приводу того, все ж таки, які є ризики того, коли ви їдете працювати за кордон. Вирішувати необхідно швидко. Поїдеш у Таїланд, Грецію, Бразилію, виїзд за 2 дні. Або в Росію, якщо не хочеш їхати так далеко. $2000. Не хвилюйся, візу підготуємо. А що за робота? Кур'єром-експедитором усе пояснять. Отримаєш рюкзак і перевезеш товар. Може бути все, що завгодно. Наркотики, зброя, заборонені речовини. Казкових вакансій не буває. Сумнівні пропозиції загрожують позбавленням волі до 25 років. Не ризикуй власною свободою. Подбай про свою безпеку. Ви знаєте, в інтернеті на кожному кроці можна знайти оголошення, робота за кордоном, зарплата від 2-3 тисяч євро. Вам жодних документів робити не треба, все за вас зробить та компанія, яка вас наймає. Тільки беріть свій рюкзак і їдьте працювати за кордон. Це вже перший дзвіночок того, що ви стикнулися з аферистами насправді. Багато у нас таких випадків? Очень много таких случаев, и уже есть как бы и люди со статусом жертва торговли людьми, которые регистрируют Министерство социальной политики. Выдается им помощь определенная, то есть помогают и общественные организации в их обустройстве, в дальнейшей жизни. И, как правило, таких людей очень сложно выявить, потому что они не хотят об этом рассказывать, естественно, особенно женщины.
и ситуация, в каком они психологическом и физическом состоянии приезжают домой, возвращаются, слава богу, что возвращаются живые, ну, это очень сложно с ними работать и как бы виявляти таких людей очень сложно. Це жінки, які стали жертвами сексуального рабства, здебільшого, так? Да. Тетяна, ми можемо зараз озвучити ось такі алгоритм дій чи рекомендації громадянам, щоб не наразитися на таку небезпеку? Да. Основні моменти – це перед тим, як ви збираєтесь трудоустраиваться за границю, звісно, ну, як правило, будете искать посредника, частну структуру, которая вам в этом поможет. Узнав, вибрав фирму, ви должны проверить, есть ли у нее лицензия на трудоустройство за границу. Это можно проверить, зайдя на сайт Министерства социальной политики, там есть реестр лицензиатов, там есть все эти фирмы. Далее, когда вы туда пришли, вы должны ознакомиться и с внешнеэкономическим договором с иностранным работодателем этой фирмы. Должны обязательно вам показать заверенный иностранным работодателем проект трудового договора. То есть там вы изучите, какая будет у вас зарплата, какие будут у вас условия труда. Тоже проживание, тоже питание. Выписать себе все координаты работодателя, адрес, телефоны. Оставить это обязательно все копии у своих родственников. Помнить о том, что свой паспорт работодателю отдавать не нужно. Он не имеет права у вас изымать паспорт. Паспорт имеет право у вас требовать работники консульств, работники пограничники и полицейские. Давайте дамо відповідь на головне запитання. Чи взагалі чекають українців там? Юлія, чекають? Образованных в Америке рады принять. Несмотря на то, что сейчас политика немножко изменилась, новый президент, он как бы декларирует свою нелюбовь к иммигрантам, но тем не менее, в случае, если вы получили рабочую визу, в Америке, в отличие от Европы, я не знаю, наверное, в отличие, я не жила в Европе, принимают хорошо. Очень много украинцев, образованных в Нью-Йорке, прекрасные люди на прекрасных позициях, отлично вливаются в город иммигрантов, который, как известно, да, всемирный котел плавильный. Вот. Очень много нелегалов есть, да. Люди, которые приезжают по туристическим визам, и вот этим людям очень сложно. Важно понимать, что если ты нелегал, а там, конечно, при трудоустройстве тебя спрашивают, да, разрешение на работу. Если у тебя его нет, ты обречен идти мыть полы, унитазы и все остальное. Таких людей много. Они работают в нечеловеческих условиях, к сожалению. И, ну, они бесправны. В смысле, нет, их город защитит, и полиция поможет, и им дадут, окажут медицинскую помощь, и все, потому что оказывают их всем. Но вообще, конечно, добиться своих каких-то прав по работе. А які привілегії отримують українці там, ну, стосовно там медичного страхування, як? Америка страна гуманная, и поэтому там сначала оказывают помощь, а потом спрашивают о том, есть у тебя деньги или нет. Угу. Если у тебя есть деньги, у тебя есть страховка, вот мы платим по полной. Цифры я боюсь озвучивать. Вот у нас, например, детям сделали операцию аппендицита, дочке и сыну 19 и 20 тысяч. То есть часть покроет страховка, а часть должны будем платить мы. Но если у тебя нет страховки, у тебя нет денег, у тебя нет права на работу, и у тебя, ну, как бы ты нищий, то эти деньги просто спишут. І за них заплатимо теж ми, видимо. Ну, знаєте, навпаки, у нас помираєш, у тебе спочатку питають, є гроші? Якщо немає грошей, то тебе залишить, ти будеш помирати далі. Ну, це, звичайно, смішно з одного боку, але, ну, сподіваємося, на медичну реформу може щось зміниться. Добре, українці там працюють, а є у нас випадки, коли іноземці їдуть працювати до України? Да, приїжджають, і, ви знаєте, с конца прошлого года наблюдается тенденция увеличения обращения работодателей за разрешением трудоустройства иностранных работников. С чем повязано? Связано это, ну, прежде всего с тем, что в конце сентября прошлого года были внесены изменения в закон о занятости населения, которые кардинально изменили порядок выдачи разрешений, то есть упростили его. Убрали множество документов, в том числе документы образования. И, в общем-то, 4 документа работодатель подает и получает разрешение на работу иностранных граждан. Если сравнивать с прошлым годом, мы за год выдали чуть более 400 разрешений, то за первое полугодие мы уже почти 400 выдали. То есть в два раза больше.
А хто до нас їде працювати? Які спеціальності? Які спеціалісти? Ну, різні спеціалісти їдять, приїжджають, наприклад, іноземні громадяни, які тут займаються торговлею, вони відкривають свої підприємства і возглавляють їх. Є, звісно, висококласні топ-менеджери, але це, як правило, на крупні підприємства з серйозними іноземними інвестиціями. Є і сфера услуг, ті ж масажисти Таїланд, так як у нас город курортний, пользуються спросом і обращали, наверное, внимание, у нас есть салоны тайского массажа в городе. То есть в Одессу пока не едут рабочие специальности? И, наверное, в ближайшем обозримом будущем еще ехать не будут? Ну, вы знаете, вот уже тенденция такая намечается, что приглашают работодателей-строителей иностранных. То есть турецкие наши строители? Да, наши я знаю, уехали. Украинские будивальники едут працювати з городом, бо там значно краще. Да. Працю, значно вище зарплатня. Знаете, что бы хотел сказать? Что, ну, на самом деле, обсуждать эту проблему с разных сторон можно достаточно долго, и условия действительно, допустим, Соединенных Штатов Америки, Польши и Украины, они достаточно разные. Можно сказать так, что Украина должна, ну, отдавать отчет, что она находится в определенном конкурентном поле. Это нормальная конкуренция. Действительно, поляки едут в Германию, а немцы едут еще куда-то дальше, где условия лучше. И если наше правительство не начнет предпринимать необходимых мер, мы эту конкурентную борьбу, которую проигрываем сейчас, можем действительно проиграть, ну, условно, безвозвратно. Мне бы не хотелось, чтобы это произошло, но ситуация такова. Ось ви торкнулися питання війни, не можу не запитати, як ставитись нам до українців, які їдуть працювати до Росії? Ну, ви знаєте, моє личне відношення к этому негативне. Ну, но оно зав'язано не на економічних каких-то принципах, а исключительно на принципах там патріотизму. Скажем так, заставить всех остальных так же думать я не могу. И я действительно знаю, что большое количество украинцев работают в России и сейчас. Ну, значит, для них сиюминутный заработок важнее, чем, не знаю, патриотизм, отношение там, к своей стране. Но, к сожалению, это проблема. Тобто кожен спочатку думає про себе, про свою сім'ю, вже потім там країна є десь. Ну, не кожен. Не думає він про себе. Некоторі думають по-другому. Не думає він про себе. Він їде, не розуміє, що він їде в країну, яка з нами воює, правильно? Він заложник там. Що з ним відбудеться? У нього зараз арештують і знайдуть 3 кілограми героїну? І такі випадки є. Ну, вы знаете, вот действительно, сейчас мы опять вернулись к вопросу безопасности, о нем больше говорила Татьяна. Действительно, если вы же собрались ехать, ну, не знаю, не, там, не хотелось бы Российскую Федерацию, но собрались ехать в Польшу, в Турцию или в Соединенные Штаты, действительно нужно максимально тщательно продумать, что и как вы будете делать, получить максимум информации, потому что бесплатный сыр, он существует, как мы знаем, только в мышеловке. Если вам рассказывают, побежали бегом, и завтра ты получишь 2000 там, долларов или 5, с высокой степенью вероятности можно предположить, что там что-то не так. Но все равно люди будут ехать, к сожалению, будут ехать и будут попадать в эти силки, в эту мышеловку, потому что, опять же, условия здесь сейчас у нас в Украине проигрышные. И ситуация не изменится, пока сама Украина эту ситуацию не изменит. Ситуацию намагаются изменить. Давайте послушаем первого заступника министра соцполитики Ольгу Крентовську, яка вважає, що має бути більш активна політика з боку державних інституцій, а саме Державної служби зайнятості. Послухаємо її. Ми обговорювали законодавчі зміни з фахівцями, соціальними партнерами, і ми плануємо подати їх найближчим часом як відповідний законопроект. Наведу декілька цифр, щоб зрозуміти, які на сьогодні обмежені можливості маємо у залученні громадян на ринок праці. Бюджет Фонду соціального страхування на випадок безробіття спрямовує переважно свої кошти на виплату допомоги по безробіттю. Понад 70% коштів бюджету йде на виплати, тобто на пасивну політику зайнятості. На активну використовується лише 5%, в той час як у Польщі частка активних програм сягає 46%. Наш глобальний рух буде спрямований на те, щоб пропонувати більше інструментів для залучення громадян на ринку праці.
Усі наші напрацювання, не чекаючи завершення проекту, ми будемо пропонувати для поширення на всю територію України. Для того, щоб забезпечити трансформацію ринку праці, щоб люди відчули ці зміни і не виїжджали за кордон, та бачили перспективу своєї реалізації у своїй власній країні. Як на мене, ми бачимо досить загальні фрази, висловлювання і майже ніякої конкретики. Пропонувати більше інструментів для залучення громадян на ринку праці. Яких саме? Якщо дозволите, я хотів би взагалі сказати, що все це не о том. Ну, взагалі не о том. Нужно говорить об основних проблемах, основних факторах. І як їх вирішувати? Їх можна сказати. На сьогодні, да, війна, яка є в Україні, негативно сказується на ділової активності. Вот. Ну, со всеми, скажем так, факторами. Вот. Второе – это коррупция, которая напрямую влияет, опять же, на возможности ведения бизнеса в Украине. Пример такой мой личный, допустим. Я на сегодня нахожусь в процессе заключения договора с Облэнерго уже в течение года где-то. Просто вот так. И да, я, допустим, в прошлом году я был в Польше, мы ездили там с деловой поездкой, общались и так далее. И вот нам приводили примеры, как это, допустим, вот у наших соседей. То есть вы приезжаете там в какую-то гмину, которая находится под Варшавой, вы приходите в управу, вам достают, открывают карту, на которой все земли, скажем так, местные, они расписаны и показано, что здесь вы можете поставить вот такое производство или такой-то бизнес, здесь вы можете сделать то-то и то-то. И туда уже подведены заранее коммуникации, то есть электричество, вода и так далее, и так далее, и так далее. Вы можете это сделать в тех рамках, которые там уже прописаны. У нас же это эпопея, у нас это борьба, у нас это когда, наконец, дай бог, произойдет, это потери времени, денег. И многие люди просто либо не справляются с этими задачами, либо вообще в них не входят. И вот об этом нужно сегодня говорить, что нужно создавать условия, чтобы бизнес работал, чтобы создавались рабочие места, и тогда будут зарплаты. А не нужно, сейчас минималка там 1000, сколько там у нас? 3200. А? 3200 минималка. Да, 3200, ну хорошо, заставят сделать 3250 или там 3,5. Это ничего не изменит. Нужно менять условия, чтобы бизнесу было с чего и было выгодно платить высокие зарплаты. Вы знаете, главное было бажання. Ось є багато позитивних історій, коли переселенці з Донбасу залишали геть усе. Там вдома і бізнес, і рухоме, і нерухоме майно. І з нуля в новому місті. В новому місті починали все будувати, ну і все виходило. А є люди, просто які все там залишили, приїхали, сидять і чекають, коли їм що допоможе. Ні, це не та історія. Зараз річ о тому, що інвестори хочуть вложити в Україну гроші, да, создати якусь нову організацію, яка на самом деле крупний роботодатель, или не крупный, любой работодатель, а непрозрачная схема, я бы поставила коррупцию на первое место, потому что, ну вот пришли они, и что со своими деньгами? И дальше они идут по всем кругам ада. Мы знаем историю с IKEA в Одессе, да, с IKEA? Да. Сколько она приходила и как она ушла? Подумал, да. Представляете, какая крупная вообще организация, сколько людей было бы трудоустроено, у них приличные зарплаты, у них хорошие условия труда. Дальше они окей, они открылись несмотря ни на что. И что их не... Потом будут их приходить кошмарить кто? У нас непрозрачные силовые ведомства. У нас какие-то отделы СБУ могут приходить с какого-то фонаря проверять. Почему вдруг? То есть должны быть какие-то приличные условия мы должны предложить иностранным инвесторам. И своим тоже. Наши у нас очень много денег в стране. Вот эти вот рассказы про 50 гривен и вот эти общие слова какой-то чиновницы, это же ни о чем. Друзі, Тетяна, ви як представниця нашого Одеського обласного центру зайнятості, от прокоментуйте, будь ласка, які є і які мають бути кроки з боку держави? Я хочу сказати, що служба зайнятості вже має інструменти, які стимулюють створення нових робочих міст. Хоча, прежде всего, створення нових робочих міст все-таки це не задача служби зайнятості, це економіка. Не буде працювати економіка, не будуть створюватися нові робочі місця. Мы же, в свою очередь, можем только помочь и как бы содействовать этому. И в данном случае проблема в чем? В том, что наши работодатели, у нас, в общем-то, очень много вакансий. На сегодняшний день, вот сегодня, у нас 4700 актуальных вакансий. Заработная плата средняя по этим вакансиям 5500 гривен. То есть работодатель на сегодня
Очень много с минимальной заработной платой. Не готов платить адекватную труду, заработную плату. В этом случае служба занятости предлагает такую услугу к работодателям, как компенсация в течение года ежемесячно затрат на единый социальный взнос. Если он берет, создает новое рабочее место и берет на это новое рабочее место безработного, которое состоит на учете в центре занятости. То есть в течение года компенсируются достаточно приличные деньги. И вне зависимости, там нет ограничений по зарплате. То есть это как бы тоже стимулирует работодателей создавать рабочие места и все-таки повышать заработную плату. Мы знаем, не секрет, что много у нас в тени экономики. У 2015 році вийшов такий собі документальний фільм, який називається «Імміграніада». Автори побували у декількох країнах світу і поспілкувалися з українцями, які там оселились, які працюють. І ось чи знайшли вони кращої долі, все це показано і розказано у фільмі. А зараз давайте подивимось тізер. Переїхав в Італію, тому що в мене не було виходу. Корупція повсюду, і знайти якусь професію хорошу, з хорошою зарплатою буде тяжело на Україні. Тому я вирішила уїхати. Ми не можемо просто жити, брати, ну і казати там, ну там десь краще, а тут погано. Ну тому що я думаю, що якщо вже я зробила крок в Європу і вибрала Європу і хочу отримати європейський диплом, то вже немає сенсу повертатися в Україну. Мені тут хорошо теж, але я реально дуже-дуже скучаю за Україною. Можу сказати, кожен день хочу повернутися до себе додому, тому що це мій дім. Звісно, молодіж, дуже багато молодіжі виїжджає, але виїжджають не тому, що не люблять Україну, а просто тому, що хочуть іншої життя. Україна! Україна! Покоління наших батьків виїхало, навіть старші люди, частина, звичайно. Що давайте вийдемо ми, хто тоді залишиться і кому буде цікавий проєкт України, так? Я люблю свою родину і всі ті люди, які там знаходяться, мені дуже дорогі. Тож це фрагмент фільму «Імміграніада», знятий українцями, про українців, які працюють за кордоном. Знайти його можна в інтернеті і подивитися, і для себе вирішити, чи треба їхати працювати за кордон, чи ні. У нас залишається буквально 2 хвилини. Давайте все ж таки підсумуємо. Тож, основні плюси та мінуси роботи для українців за кордоном. Давайте, Ігор, з вас почнемо. Ну, что мы можем сказать? Да, можно поехать за рубеж и действительно заработать там больше, чем, допустим, средний, там, или какой, чем можно заработать этому человеку в Украине. И здесь можно посоветовать только соблюдать необходимую осторожность. Что я хотел бы сказать, о чем я говорил на протяжении всего сегодняшнего эфира, что, на мой взгляд, основная проблема, конечно, не за рубежом. Основная проблема – это не в людях, которые уезжают, а в том, что государство на сегодня не создает условия для того, чтобы эти люди оставались в Украине. Юлия? Я скажу, знаете что? Обязательно езжайте работать, но на нормальных условиях. Обязательно узнавайте и все. Хотя бы ненадолго. Потому что ваша жизнь изменится, и когда вы вернетесь в Украину, вы будете создавать вокруг себя совсем другое пространство. Вот тот новый мир. Мы не можем, да, выйти из совка быстро и стать европейцами. Но мы можем поехать, пожить, измениться, приехать сюда и изменить людей вокруг нас. Поэтому, да, пожалуйста, езжайте, но будьте аккуратны, и не нужно на черные работы и без отдавать паспорт и все. И возвращайтесь, конечно. Угу.
Тетяна? Абсолютно поддерживаю. И нужно помнить, что, в общем-то, от каждого из нас зависит, что будет с нашей страной. Если мы будем ждать, что правительство все сделает для нас, а сами будем там, ну, нарушать закон и, в общем-то, ну, как бы не соблюдать законодательство, то ничего хорошего не будет. И, конечно, возвращайтесь, зарабатывайте деньги, узнавайте мир и открывайте здесь свой бизнес. И становитесь уже здесь работодателями и платите достойную заработную плату своим работникам. Ну, знаєте, я ось особисто для себе давно відповідаючи на запитання, чи зміг би я поїхати працювати ту ж Європу, я зміг би. І можливо, чи захотів би? Хочу, так, але не для того, не за грошима я туди поїхав би. Я туди поїхав би виключно за досвідом, який би отримав тут, там. І повернувся б і реалізовував ось тут у своїй країні. Ось такий сценарій можливо. Їхати на постійне місце проживання, ну, я не готовий. Я насправді люблю свою країну. У нас прекрасна країна. Тому... На цій позитивній ноті так. Можемо завершувати. Тетяна Жир, начальник відділу з питань застосувань праці іноземців Одеського обласного центру зайнятості, Ігор Бичков, координатор проєкту «Школа місцевого самоврядування» та Юлія Городецька, журналіст, були у нас в гостях сьогодні. Дякуємо вам. Це на сьомому. На все добре.